Поздравляем. Удачи успех. Боевой политический. Служу в России. Служит России, каждый по велению сердца. Драмы, трагедии, счастливые моменты спасения. Эти люди за годы службы видели многое. Сотрудники полиции отметили профессиональный праздник. Поздравляем вас от лица Московской областной думы с профессиональным праздником. Самые добрые и теплые слова хочется сказать в ваш адрес. Профессия полицейского, профессия, которая не только ко многому обязывает, и очень многого достойно. Николай Миронов еще 5 лет назад решил, что эта профессия для него. Пришел на службу, не имея опыта. Награждается впервые. Признается, с такими коллегами все по плечу. Есть коллеги, которые всегда помогут. Если я... Для меня это сложно, если я не успеваю. Ну, есть свои коллеги, которые помогут. Начальник Игорь Иванович всегда подскажет, поможет. Подполковник в отставке Александр Тарасов – человек служивый, ветеран боевых действий. За плечами работа в уголовном розыске, знает о всех трудностях службы. Поэтому всегда с гордостью говорит об успехах коллег. За их трудовую деятельность, за их работу, за то, что они порой не досыпают, за то, что они несут службу в различных направлениях. И участковые, и следователи, и оперативники, вы видели, и постовые, и помощники дежурных, и дежурные части. Ребята были отмечены за то, что они заслужили, и то, что они хорошо сработали. И это очень приятно. За доблестный труд наградили и ветеранов полиции. Почетные грамоты, благодарности и ценные подарки. Сделали фото на память, обменялись впечатлениями и разошлись выполнять свои обязанности. Потому что на их службе каждая минута на вес золота. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».